Всем здравствуйте! Сейчас мы посмотрим ответ на такой вопрос. Есть ли шанс на отношения с ней? То есть, возможно ли у меня с ней отношения или ничего не получится? В перспективе вообще возможно ли что-то, да? Или нет? Вообще, мир, он многовариантен. Где-то есть этот вариант, где все возможно. Но давайте посмотрим на полгода вперед, возможно ли ваши отношения или нет. Догадывайте. Тоже далеко смотреть нет смысла. Потому что у нас все меняется в зависимости от принятых наших решений. Так, 4 позиции, да? Возможно ли отношения с этой девушкой, женщиной? Первая позиция. Ну, здесь вряд ли возможны отношения. Здесь будут качели. То да, то нет. То встречаемся, то не встречаемся. Ну, здесь вообще, здесь невозможно нормальных отношений. Здесь нормальных отношений не получится. Стабильности здесь не будет точно. Точно нет. Здесь будет все шатко, валко, вот так вот. Все будет не то, не сё, в общем. Вообще ничего не получится здесь. Лучше сюда даже, как бы лучше нет. Не получится, потому что не будет ни стабильности, ни ясности. Понимаете, никакой конкретики, никакой надежности тут нет, ничего нету. Вторая позиция. Так, возможно ли здесь отношения? Да нет, здесь отношения невозможно. Здесь какая-то слежка, травля, ревность, дикость какая-то, в общем, какие-то разговоры, знаете, так, когда вот ревнуют, вот когда ни за что, ни про что ругаются, выслеживают, смотрят фотографии, проверяют телефон, там где-то подсматривают. Ну, слежка конкретная просто и ревность. Нет, здесь нормальных здоровых отношений точно не получится. Так, возможно ли с ней отношения? Вот здесь вот отношения надо уточнить. Да, здесь отношения возможны. Но здесь эти отношения будут в каких-то рамках, понимаете? Вы будете чем-то ограничены. Эти отношения будут ограничивать вас. Здесь будут какие-то определенные правила, определенные законы. Эти отношения будут вас ограничивать однозначно. Какие-то правила будут у вас, гласные, негласные, но что-то такое. Вот. Отношения возможны, да, возможны, но они будут вас ограничивать. Вот. В чем-то да. А здесь? Здесь отношения возможны только в том случае, если вы чем-то пожертвуете. Да нет, тут вообще как бы, ну нет, здесь отношения даже, тут вам придется очень многим жертвовать, и то даже после этого отношения здесь не получится. Здесь какая-то зависимость, возможно, односторонняя, возможно, вы будете в зависимости от человека, а человек будет от вас защищаться, обороняться. Здесь точно нет, отношения здесь точно не получится, потому что здесь не будет определенности в отношениях. Один будет закрываться от другого, здесь не будет доверия, понимаете, здесь будут люди жертвовать, ну, кто-то, да, кто-то из людей даже, возможно, вы будете, вам придется многим жертвовать, но в итоге ничего не получится, потому что, ну, человеку это не надо, это не ваш человек. Ну, вот, поэтому здесь, ну, такой вот расклад, здесь нет. Вот, спасибо, что вы посмотрели, подписывайтесь, ставьте лайки, и всем пока!